Всем здорово, народ, с вами Эдгар, вы на канале Мысли от Эдгара. Сегодня на обзоре будет кросс-чейн-экосистема Acta Finance. Пробежимся, посмотрим, что тут есть интересного. Основная фишка то, что она работает в сети Avalanche, монета AVAX, и также у них есть своя собственная монета Acta. И также вы можете зайти, проголосовать за эту монету и за это получить airdrop. В общем, халява. Так что давайте все по порядку, пробежимся и посмотрим. Сразу ссылочки будут все в описании. Полностью расклад, что это за компания, что за децентрализованные финансы, как здесь работать. У них есть много всяких разных направлений, как можно в этой сети зарабатывать. Тут есть обменники, можно делать ставки, стейкинг, фарминг, маржинальная торговля. Есть панель запуска и, в общем, в целом это DAO. Так что заходите, изучайте. Также есть реферальная программа, где можно тоже развивать это направление. Есть своя собственная монета, называется Acta. Тут можно посмотреть токеномику, на сегодняшний день цена монеты, ну и в общем вся подробная информация здесь присутствует. Это основная страничка, первая в мире кросс-чейн экосистема DeFi на базе Avalanche. Я подключился через MetaMask, вот, при подключении платформа сразу предлагает сеть подключить, и вы не должны уже там искать где-то. Здесь есть обменник, все подробненько описано, полностью экосистема, вот панель запуска, маржинальная торговля, обмен, ставка, реф-программа, кредитование, DAO и фарминг. Здесь у нас идет токен, можно посмотреть количество монет, всякие разные утилиты, как это то же самое дублируется, партнерская сеть, список. Так, здесь дальше у нас идет сама экосистема. Отсюда вы можете подключаться к экосистеме. Как только вы нажимаете, вас перекидывает уже на платформу. Также у них есть раздел NFT, есть реф-программа, где вы можете подать заявочку. И здесь для работы вам тоже нужно подключиться через MetaMask. И когда вы подключаетесь, у вас предлагается подключить эту сеть автоматически. Также есть черный и белый вариант сайта. Так, и теперь интересный момент. Так, ну давайте здесь еще добьем. Здесь раздел новости, сама монета, токен, документация для изучения, само сообщество. Есть в Telegram, есть в Reddit, есть Twitter и есть в Medium. Вот здесь как раз-таки более подробный расклад есть. Последние новости можно зайти посмотреть. Тут мы переводим все на русский язык. Вот откройте для себя силу рефералов. И здесь можно как бы выстраивать структуру, посмотреть. Само DAO, вот Octava Finance настроен на так, продвижение системы DAO, вот как подключается, все здесь подробненько разложено. Так, и тут самая главная фишечка, то что вы можете проголосовать, помочь компании в продвижении и тем самым получить вознаграждение в виде аирдропа. И это голосование проходит на DAO Maker. Здесь огромное количество последователей у этой платформы. Вот, Acta Finance, голосование. Вот, это пакет DeFi, который предлагает комбинацию продуктов DeFi и геймифицированных функций пассивного заработка. Тут, чем больше у вас активов, тем больше airdrop в виде этой монеты. Награды 10 тысяч долларов США. Что вам нужно сделать? Вы здесь просто подключаетесь через MetaMask. Поэтому подключаетесь через MetaMask, и у вас появляется ваш аккаунт. То, что вы проголосовали. И чтобы повысить возможность большего airdrop, у вас должна быть больше сумма на счету. Также вы можете сделать некоторые манипуляции, подписаться на Twitter, ну, выполнить какие-то задания по стандарту, тогда повышается уже шанс. Тем самым вы поддерживаете развитие этой компании, этой монеты и получение как раз-таки аирдропа.
Все, все ссылочки вас оставлю в описании, переходите, изучайте. И если у кого-то есть монета AVAX, вот вам, пожалуйста, DeFi платформа, на которой можно с этой монетой работать. Увидимся в будущем, все ссылки в описании.